Вы не поверите, друзья, сегодня я проснулся с мыслью, что я больше не курю, что мне больше это не нужно, что это больше не моя привычка. Мне стало легче, курить больше не хочется, мне стало намного проще, ведь я так мучился, чтобы бросить. Иногда ты очень долго мучаешься, чтобы принять какое-то решение, а потом решение как будто уже принято, и твоей души не нужно. Какая-то дурная привычка или человек, который так долго был рядом. Наступает спокойствие. Спокойствие и внутренняя тишина. Умиротворение, что ли. Мне кажется, это очень важно. Жаль, что оно наступает со временем.